Вы поняли? 12 болтов просто. Продолжаем захватывать DLC Elden Ring. На связи Чандаля. У нас тут внезапно организовался вот такой вот товарищ. Смотрите внимательно на урон по нему. Казалось бы, маленький полулюд. Урон просто отсутствует по нему. Видали? А еще у него 10 тысяч хп, собственно. А еще он бьет, ого-го, как. Он прыгает, как мастер Йода, самый настоящий. И с него осколки звезды света. Ладно. Так. Побежали дальше. Я забежал вот в эту область для того, чтобы осмотреться, потому что здесь я не был еще. Мы, как обычно, ищем какие-нибудь интересности, а также ищем боссов. Куда же без них? Вот что-то интересное есть. Меч духов. Так, полулюды. Но вроде не такие жесткие. Лучше все равно драпанем для того, чтобы посмотреть, что за меч духа. Так, и осмотримся здесь. Тоже полулюды. Они же не жесткие. Вообще не жесткие. То есть это тот был просто какой-то ультра особенный. Генерал всех полулюдей. Лучший воин. Так, свет. Что еще здесь есть? Это слабенький. Есть пещера полулюдей. Это пещера полулюдей? Так, нашли осколок древа. Осколок древа — это очень хорошо. Что оно делает? Даже вот этот товарищ не такой жесткий. Хотя он в целом жесткий, обычно. Наиболее крепкий из полулюдей, а нет, слабенький оказался. Так, из хороших новостей вот здесь вот как раз у нас оказалось. Осталось доисследовать вот эту область чуть-чуть. Так, меч духа. Удар злобы. Кромсайте врагов во вращении, насылая на них мстительных духов-преследователей. Можно произвести дополнительную атаку. Так, чего не хватает? Ловкости. Это поправимо. Сейчас мы решим эту проблему. Вместо скорпиона берем плюс ловкость. 17, а нам надо сколько? Достаточно. Ой, какая маленькая штука. Это что такое вообще? Это кинжал? Это меч? Серьезно, вот это меч? Ладно, это обычные атаки этого меча. Это сильные атаки этого меча. А вот это shift. И потом еще раз shift. Мы находили уже такой меч, только побольше. И вот как раз таки он выпускает 5 духов. Так, здесь призывать можно. Это намек на босса, что ли? Намек на... Да. Надо. Надо сюда было, надо. Вот надо, намек и есть. Клин Марики тоже должен быть. Хорошо. Надо прокастоваться. Насколько быстро мы ее уничтожим? Хороший вопрос. Я думаю, быстро. В принципе, чтобы вот этот товарищ не мешал, мы его уничтожим. А так вообще на вот эту барышню. Поехали. Марига какая-то. Все, бойтесь меня, бойтесь. Я уничтожил вашу королеву. Боитесь? Меч танцующих звезд.
Сколько за нее дали, я не понял. Можете в комментариях написать, потому что, ну, правда, я не засек. Это ожидаемо было, то, что мы ее просто вынесем в пламя на монаду. Так, вот этих всех боящихся мы тоже заберем, потому что они отдают нам свои души. Ага. Так, танцующий меч какой-то. Давайте посмотрим, что за меч. Что он из себя представляет? Меч танцующих звезд. Особый навык созвездия Онзи. В честь мечника получеловека вливает колдовскую энергию в выложенные камни. Выполняет серию рубящих ударов. Можно провести до 2 дополнительных атак. Каждый последующий удар наносит больший урон. Так, давайте найдем его. А вот он. Нет, это не оно. Это катана. Ну, конечно. Хороший меч — это что правильно? Это катана. Очень хороший меч. Пожалуйста, катана. Так, а что для него требуется? Чего не хватает? Ловкости опять. 23, да? Откуда же я тебе столько возьму ловкости? Возьму. Возьму ловкости столько. Так, ловкость отсюда возьмем. И ловкость возьмем сейчас еще, насерпаем. Во-первых, вот так. Во-вторых, вот так. Все, 25 ловкости. Вот такой вот меч. Слушайте, катана. С чего бы вот это катана? Ну ладно, катана так катана. Катан понадобавляли дофигища. Хорошо, а shift? Вау. Раз, два, три. Так, но если зажимать, нет. То есть нужно ударил, ударил еще раз и ударил еще раз. Причем исчезают в этот момент. Слушай, ну прикольно. Насколько хорошо это будет работать, ну, разумеется, попробуем потом в будущем на самурае. Вот здесь вот можно забраться, и там что-то лежит, я увидел. Не просто что-то, а что-то легендарное. Могильный ландыш. Да? Да. Очевидно просто. И, кстати, если это нам выдали могильный ландыш, я все-таки до плюс 10 мортиру прокачаю. Мортира уж больно хороша. Ну, нифига себе, сказал я себе, ребят, это старт игры. Старт игры, и... Хотя я здесь заходил, наверное, да? Да, я здесь заходил. Я думал, ну ничего себе я не увидел. Не-не-не-не. Это как раз мы здесь стартанули. Просто мне вот туда нужно. А попасть, я думал, что отсюда. Не-не-не. Где-то вон-вон-вон все, да? Вон какие-то проходы. И, кстати, мы здесь действительно можем забраться. Потрясающе. Поехали. И правда ведь можем. По надгробиям. Кузнечный камень третий, три. Мыши летучие. Ничего. Еще мыши. И костер. Великолепно. А ларчик-то просто открывался. Аларчик просто открывался, и от мышей я отрывался. Так, целый город есть тут какой-то, и сюда можно добежать. Вот, что тут есть интересного. Прах славного духа. Это хорошо. Проспектный город он называется. Хорошо. Сейчас окраины исследуем. И пойдем непосредственно в него посмотрим. Видимо, тут вот такие вот живут. Крысолюды. У них зубы, потому что крысиные.
Поэтому вполне возможно крысолюды. Тут какое-то сборище. И бойкие ребята. Так, это птица уже. Что охраняете? Призрачный ландыш 4. Пригодится. О! Осколок древа упадка. Ладно, это точно пригодится уже совсем. Не зря я сюда пришел. Там просто вниз. И там вроде больше ничего нет. Можно в сам город идти. Поехали в город. Забрались. Что интересного тут есть? Вилкой тычет. С вилкой, по-моему, в сон могут пихнуть. Кровь монстра. Тут ничего. И тут ничего. Гриб с вилами. Серьезно? Это все, что есть в городе? А что-нибудь приличное? Так, я смогу здесь запрыгнуть? Да, легко. Запрыгнуть-то я могу, а толку? Но тут толпа народа есть. А у Е-скиллов как таковых нету. Да и ладно. О, клин Марики, то есть я прям здесь появился. Шикарно. Что, жахнуть его так, что ли? А вот так. Все теперь с двух выстрелов. Ладно, не все. Последний. Что выпало? Рука кровопускателя. Либо повезло нарандомить лут, либо все-таки с него гарантированно выпадает рука кровопускателя. Сундук. Подобно городишке мы уже были. Реликвия внешнего бога. А вот это неплохо. Что она делает? Чисто визуально улучшает какую-то характеристику. Какую? Колдовство. Да, такого еще не было. Так, рука кровопускателя. Навык выдержка. Выдержка — это просто усиленная атака будет.
Так, а это что такое? Справочник величайшего гончара 5. А, здесь были эти барашки электрические. Что дает? Большой горшок с молнией, что вполне логично, раз электрические барашки были. Ух ты, лачуга с картиной. Так, посмотреть. Картина вторжения. Ой, не так просто будет отыскать. Потом посмотрим на картинке, плюс-минус. Попробуем их отыскать. Хотя, правда, задача ультра непростая. Так, посмотрим, что еще там. Но в целом вроде бы ничего. Красный медвежонок. Там можно спуститься. Можно здесь аккуратно попробовать. Там благословение. Талисман синий благословленной росой. У нас был такой с красной. И он постепенно, потихонечку восстанавливал ХП. А этот потихоньку, постепенно восстанавливает ману. На самом деле классный талисман. И не только на мага, а много на кого. Но будет очень-очень медленно, сколько я понимаю. Нам фляжек хватает. И, откровенно говоря, подобный талисман работает разве что на старт игры. Поножи рыцаря клятвы, перчатки рыцаря клятвы, доспехи, шапка и пата. Ну-ка, что за пата? А где она? Вот она. Кулак. Пронзающий выпад. Пронзающий выпад — это стандарт. Так что посмотрим просто, как оно выглядит. В две руки, да. Они прям берутся вот так. По сути, два кинжала. Два меча даже. Два клинка. Это тяжелые атаки такие. Так, можем еще прокачаться. Уже 14. Так, впереди я вижу крест. Тут я вижу лагерь. Давайте быстренько прошерстим его. Небольшой. Через текстуры? Нет. Тут есть вход. А тут есть лут. Осколок древа упадка. Очень нужно. Спасибо. Возьму. Не откажусь. Справочник огненного рыцаря. Убивают. Обижают. Так, это... За нами выехали уже. Вот, по-моему, я вот этого рака видел с высоты. Да, он мне казался больше. Раки, в принципе, огромные, но мне казалось, что он прям совсем гигант. Может быть, ракобосс? На деле это просто рак. Ничего особенного. Еще один. И что ж эти раки такого охраняли? Руна вторая. И крупная звериная кость. Ну такое. Тут что-то интересное.
Во всяком случае, кажется, что интересное. На деле не факт. Подземелье. Подземелье. Разрушенная кузница звездопада. Возможно, здесь босса не будет. Так, а сколько надо опыта? Ой, да считай, есть. Давай тут быстренько вольнем кого-нибудь, сразу вернемся. Шестой камень. Третий. Пятый. Копье с письменами. Сейчас посмотрим. Тут передернуть надо. Осторожно, двери открываются. Тридцать девять интеллект. Хорошо. Ух ты, слизень его бьет. Хорошо. Что за... Закрой дверь? Да, закрывает дверь. Зачем мне это? Не знаю. Лучше открою. Хотя, может быть, она и будет являться перегородкой на более нижнем уровне. Возможно. Ух ты. Чисто в лоб пробиваю. Чего? Атакуйте их, когда они наиболее уязвимы. Да, в спину их лучше всего бить, но я сейчас заклинание не смогу поменять на нормальное. Ну, на завесу, на засаду. Лестница, там лут. Опасный. Весьма опасный. Угу.
Так, тут ничего? Тут ничего. По лестнице. Сука, слайм. Выжил? Это что-то на уровне фантастики. У меня даже вот это на увеличение урона. По мне. Ой, смотрите, он гладит слизня. Так, надо переключиться на комету. На случай чего? Мне потому что надо уничтожить его по-любому. Отлично. Тот самый момент, когда качество возобладает над количеством. Поехали. Да, здоровье у них, конечно. Ну, самое главное, броня. Они в спину, по сути, пробиваются. Ага. Зашевелились гады. Ползучие. Талисман кузнеца. А что дает? Повышает урон от метательных клинков. Это талисман кузнеца. Мне кажется, не совсем соответствует названию. Да и в принципе, по ходу дела, все. Не-не-не, должно быть что-то, откуда мы сможем улететь. Дверь. Значит, идем дальше. Так, вот этот товарищ. Ну, я думаю, лучше сразу. Начинаем с кометы и поехали.
Угу. Засадник. Это было опасно. Пойдет. Хотя мана уже почти на пределе. Две банки осталось. Диск с письменами. Кстати, копье с письменами же еще нашел. Вот диск. Клинок для удара слева. Забавно. Слепая зона. Подскочите к врагу и нанесите ему неожиданный удар сбоку. Последние атаки определяют, с какой стороны вы наносите удар. Это нижнюю атаку невозможно заблокировать. Жесть. Ну-ка. Их метать можно, смотрите. Это на сильный удар можно их метать. А так по дефолту вот так. И перемещение. Копье с письменами. Пронзающий выпад. Чем оружие? Ну, пронзающий выпад — это стандартное умение копья. Анимации стандартные достаточно. А вот так. Это мощный бросок, ребятки. Мощный удар. Мощный удар, тут бросок. А shift, да? Ну, а shift — это именно пронзание, да. Выпад. Так, хорошо, забираем вот это. Что тут? А тут ничего. Так, где-то я что-то пропустил. Сейчас поищем. Так, скорее всего, нам не просто так дают возможность передергивать. Плюс там очень медленно идет. Опа. Ну точно, смотрите. Угу. Вот я и попал туда, куда нужно, да? Здесь без босса. Что найдем? Древний двуручник из метеоритной руды и драконий кузнечный камень. Все. Здесь вот уже на выход получается путь. Или же можно просто телепортироваться вот так. Так, вот он, древний двуручник. 35 силы я уж не смогу сделать. Тут уж извините, ребятки. 25 еще может быть, но не 35. Бешеный. Угомонись. Так вот. Ага, чем-то напоминает черный меч из первого ДС. Ну, наверное, тем, что он черный. Так вот, сильная атака. Так, а shift? Ну, набег работает, во всяком случае, а там просто это будет с эффектами какими-то. Рывок белого света. Оружие силы белого света, сокрытого в древней метеоритной руде. Затем совершите рывок, пронзите врага. Дополнительная атака спровоцирует взрыв. Ну вот. Еще один скоробей. Второй, по-моему, да, скоробей за всю игру? За все DLC. Там что-то здоровенное.
взрывается и дает пронзающий бросок. Да, что-то не маленькое там летает. Костер бы мне. Давайте попробуем где-нибудь поискать его. И тогда вот эту вот ящерку мы и торкнем. Руины. В первую очередь мне костер нужен, чтобы восстановиться. О, костер. Крест. Руины Мурта. Хорошо. Вот этого товарища я видел рядом с боссом, женщиной. Здесь я отрекаюсь от своей плоти. А, рядом с боссом Скалопендрой, которая. Скорпипендра. И он со мной вообще не хочет говорить теперь. Молчит. Может, он не мой? Может быть. Все, коснуться благодати. Повысить уровень это не скоро. Так, здесь еще лагерь такой небольшой есть. Или я в нем как раз таки был. Очень похоже на то, что я в нем все-таки был. И меня здесь перерезали. Что-то я запутался в лагерях. Да, это он. Это он. Я нашел его. И застрял. Так, вот то гнилой, да? Гнилой. Сейчас мы этого гнильца разнесем. Его там бьют даже. По 36 урона. Дракон смерти, он просто называется. По мне, по-моему, уже выстрел шел. Как и вот это тоже по мне. Это проблема. Да, дракон их не убил, а они идут на меня. Местный Ога. Так, призову бесенка, пусть помогает. А то народу что-то дофига. Так, дыши смертью. Там огни смертью. Так, лошадь жива. Не очень здорова, но жива. Пусть отвлекают на себя. Все неплохо. Смертью бьют дракона смерти. А урон будет? Будет и весьма не слабый. Хотя казалось бы.
само по себе заклинание сильное. Ау. Призвать, призвать скакуна. Так, бесенок жив? Бесенок жив. Там кто-то из них еще жив, из рыцарей. Есть контакт. Могучий враг повержен. Хорошо. Насколько помог прям бесенок, не знаю. Драконье сердце и драконий кузнечный камень дали. Лошадка крепче рыцаря. Это хорошо, что рыцарь менее крепкий, чем лошадь. Что дали? Многозарядный арбалет, ребятки. А вот это... Вот это очень сильная вещь. Если это та самая Чакану... Это будет мощно. Видел в трейлере. Один какой-то безумный арбалет. 13 силы всего лишь нужно. Сейчас сделаем. Вообще легчайший. 13 силы делается вот так. Бам. Готово. Так, только для начала мне нужно вот этого товарища уничтожить. Не мешай, пожалуйста, друг. Бесенок вообще непонятно. Делал что? Не делал. Так, смотрим многозарядный арбалет. А, болты, конечно же. Стрелы есть, а болтов нет. А болты вот они. Нет. Вот это болты. Вот это болты. О, болт. Хорошо. Как переключить? Как переключить непосредственно патроны? Я, кстати, правда не знаю, как переключать патроны. Забавно, но да. Ладно. Сделаем проще. Сюда поставим эти болты. Теперь все будет хорошо. Зарядил? Стреляю. Это не то. Может быть, shift? Что у него на shift? Серия выстрелов. Вот, смотрите. Быстрая стрельба. При активации поверните ручку, чтобы быстро выпустить во врага несколько болтов. Поехали. Проверяем. Сколько? 12. Вы поняли? 12 болтов просто. Но это прикольно. Раньше был... Поскольку по 3 выстрела, что ли? Своеобразная штукенция. И в целом потенциально очень сильная. За счет 12 болтов. Какого-нибудь там... Гнили, к примеру. Ну, 12 болтов быстро выпущенные гнили. Раз гнили, он уже гарантированно закинут. Так что это хорошо. Это действительно хорошо. Ой, где-то открылся духовный источник. Проклятие. Я использовал просто. Вот он. Я просто использовал оковы, и он автоматически открылся. Чудесно. Так, это просто птички-невелички. Не умирают с одного выстрела. Почему? А вот почему. Сейчас, если мы немножко усилимся, по идее, должны... не так. Вместо вот этого надо поставить что-нибудь другое. Скорпион.
Скорпион, скорпион, скорпион. Скорпион, точно. Скорпиона поставил. Вот теперь хватает. Отлично. Ну, если спалило, конечно, не хватает. Даже два выстрела это немного. Так, там у нас крест. Вижу крест. Бежим. Бежим, бежим к кресту. Костер есть. И осколок дерева. Здесь я отрекаюсь от своего ока. Глаза выколупываете, представляете уже? Так, в драконьем этом перевале мы были уже. Вроде все там исследовали. Ну, вроде бы. За лучника с этим арбалетом. Лучник и арбалет — это разная вещь. За арбалетчика классно будет. Слушайте, уже 15. Неплохо. Уровень. Чуть-чуть не хватает. Сейчас хватит. 40. Ой. 40. Хорошо. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходят сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья — это главное.